Краснодарский край, станица Северская, улица Демьяна Бедного, 19, Никитенко Дмитрий Елисеевич. И станица Динской, плодовый совхоз номер 27, 4 января 1949 года. Милый Митенька, сегодня получил от тебя поздравление с новым 1949 годом. Теперь, Митенька, разреши хоть с опозданием поздравить тебя с новым 1949 годом. С самого лета, когда я приехал с командировки, то было от тебя письмо, на которое дал ответ. А от тебя до сегодняшнего дня не имел ничего. Кратко о себе. Живу там же, плодовый совхоз номер 27. Работаю на старом месте. Новый год встречал неважно, правда, был на бал-маскараде до 00:30. После чего прибыли домой, где с женой и новорожденным сыном выпили стакан горького вина за Новый год, за счастье и за друзей. В настоящее время нахожусь в отпуску. Числа 10-12 января буду в Краснодаре и приеду к тебе в Северскую, вернее в Ильскую, на нефтепромыслы, на разведку и заскочу к тебе. Пока, до свидания, привет маме, сестре Нюсе. Как от меня, так от жены Раисы и сына Александра Николаевича. Крепко жму руку, целую, Николай. Желаю в новом году тебе хороших успехов в работе, счастья и хорошего здоровья.